Здесь есть женские магазины? Да. На одной стороне улицы магазины для девушек, но другой для мужчин. Чем же они отличаются? Вообще-то ничем. Разве что в женских магазинах есть фотографии мужчин, а в мужских нет женских. Ага. А вы? Это мини-юбка? Что-то вроде того. Не совсем. Но это мини. Я бы не сказал. На Карнаби сейчас популярны Beatles, Rolling Stones. Здесь покупают оригинальную одежду. Шерон, я обратил внимание, что девушки носят одежду из пластмассы. Виниловые юбки, виниловые пиджаки. Ну а что сейчас по-настоящему модно? Мини-юбка? Ну да. Есть еще новая вещь. Она похожа на длинную футболку. Выше колена, на 15 сантиметров. И вся в полоску. Длинная, вязаная футболка. Все отлично, Мёрф. Вот уж нет. Ты что, мод? Подумать только. Это Шерон. Да, привет. Как вы? Что ты тут делаешь? Покупаю ботинки, а что не так? Как дела? Что ты делаешь здесь? Вот, иду с репетицией. Я совсем недавно удивлялся. Куда бы ни поехал, в Рим, во Флориду, появляется Хью О'Брайен. Может, ты из ЦРУ? Слушай, мне нужно бежать. Думаю, скоро увидимся. Скорее всего, в Южной Америке. Да, пока, 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 Хью. Вот так сюрприз. Да? Да. Почему на Карнаби-стрит? Удивительную вещь я вижу по левую сторону. Кажется, это мальчики в мини-юбках. Это бойскауты. На левой стороне улицы бойскауты. Можешь их заснять? Ну что же, Шерон, кажется, мы посмотрели на Карнаби-стрит. Может, пойдем на Кингс-Роуд? Хорошая идея. Пойдем. Идите дальше. Идите. И исчезните. Это Челси, улица Кингс-Роу. Да. А кто все эти люди? Хороший вопрос. На самом деле Челси... Это не Гринвич Виллидж, но здесь собираются артисты, художники, много актеров. Это одно из лучших мест. Оно экстравагантное. Дома тут необычные. А, очень мило. Да, красиво. Обычно все собираются здесь по субботам. И что происходит? Увидите странных людей в странной одежде. И это не американские туристы? Нет, но они повсюду. Невозможно. Шерон, расскажи о себе. Мы еще не видели тебя в американских кинолентах, но, судя по слухам, это будет просто взрыв. А сейчас ты снимаешься в фильме про монстров? Не совсем. Как называется? Называется «Бал вампиров». Звучит жутко, но это комедия. Это сатира. Сатира на фильмы ужасов. А, это как Дисней в реальности.
Роман Полански. Отлично, отлично. Забавно, мы думали, ты англичанка, и тут все так думают. О, а ты родилась? Я родилась в Далласе, Техас. Ты жила всю жизнь в Америке? Не совсем. Я жила в Италии несколько лет. Почему? Мой отец военный. Преданный родине солдат, да? Да. Здорово. Где сейчас он служит? Сейчас он во Вьетнаме. Правда? А должность? Разведка. Он был во Вьетнаме и Корее. Он офицер? Да. А, понял. Должно быть, тобой гордятся. Они ведь знают, что ты делаешь. Сначала были настроены скептически, но они еще тебя не видели в качестве актрисы. Нет, они ничего не видели. Они будут смеяться, я уверен. Папа точно. Думаешь? Да. Спасибо, Шэрон. Это была Шэрон Тейт. Вы не раз еще увидите эту прекрасную юную леди. Если кому-то интересно, куда мы заходили, то это была букмекерская контора. Всего-то. А зачем? За тем же, что и в паб. Выпить немного. Мы скоро вернемся.